Александр Панайотов! Впервые в Дюссельдорфе и впервые на песне года. Спасибо большое, большая честь. Лера, Сергей, спасибо, Дюссельдорф! Точно не в последний раз, посмотри, какой прием! Александр Панайотов! До новых встреч, спасибо! Браво! Дорогие друзья, за все годы существования главного телефестиваля страны «Песня года» прозвучало более 2000 хитов, которые знала наизусть и пела вся страна. И так как сегодня наше фееричное шоу впервые в Германии, на европейской сцене, мы, конечно, не смогли отказать вам в удовольствии насладиться выступлением нашей следующей исполнительницы. Имя этой певицы знает весь мир. Ее знают как потрясающую, талантливую вокалистку и как признанную икону джаза. Дамы и господа, встречайте, специальный гость фестиваля «Песня года», народная артистка России Лариса Долина! Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Я думаю, что вы, конечно, уже догадались, почему я на этой сцене стою одна. Так что, девчонки, начинайте трепещать. Сейчас на эту сцену выйдет тот, по кому вы льете свои девичьи слезы в подушку. Тот, который разрушил мою карьеру певицы, сказав при этом, что, Лер, ты, конечно, я тебя очень люблю, но петь не смей. Ну, а если честно, то у этого потрясающего артиста в прошлом году весной прошли замечательные туры по Германии, прошли они на отлично. Это тот артист, чьи песни всегда являются украшением любого фестиваля, любого конкурса. Все его песни на первых строчках в хит-парадах и чартах. И, конечно, для меня и для вас, я знаю, он лучший из лучших. И это Сергей Лазарев! Ну, наконец-то! Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь это так красиво, твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь меня доводила, но твоя любовь это так красиво. Подпускала близко, прощала крики, по нервам била, прощала боль, признавала риски. Твоя любовь во мне все мирила, твоя любовь, прикасаясь к телу, меняла время на запах кожи. Твоя любовь становилась целым из двух частей, что так не похожи. Твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь это так красиво, твоя любовь это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь меня доводила, но твоя любовь это так красиво. Что, споем мне?
любовь это... Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь это... Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь это так красиво. Твоя любовь это так красиво. Твоя любовь этих тактов села. Твоя любовь лишь мое светило. Спасибо, друзья! Ваша любовь – это так красиво! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Невероятно приятно. Спасибо. Спасибо. Ты ж моя хорошая. Спасибо тебе. Ой, как это трогательно. Спасибо. 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 Аплодисменты не смолкают, друзья. Спасибо. Одно удовольствие, конечно. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое, друзья. Вы знаете, я хочу сказать о том, что, конечно, невероятное удовольствие сегодня выступать здесь, вести этот шоу, выступать как исполнителю. И не только мне. Мы переговариваемся там за кулисами с артистами. Действительно, большая радость. Вы такие отзывчивые, такие добрые, такие классные, такие громкие, такие красивые. Спасибо вам за это. Действительно, у меня в прошлом году был очень хороший тур по Германии весной прошлого года. И я познакомился со многими городами, со зрителями в разных городах. И сегодня могу сказать, уже немножко прорекламировать, что весной 2019 года я вновь поеду в тур по Германии. Так что встретимся на моих концертах. Ну, а для того, чтобы как-то закрепить, как говорится, успех, который сегодня есть у всех артистов, и, собственно, у меня тоже, что приятно. Мне хочется устроить большой-большой танцпол в этой арене, потому что я хочу, чтобы вы зажгли, чтобы вы танцевали, потому что мне кажется, что вы засиделись некоторые. Как насчет того, чтобы добавить в наш вечер немножко диско? Немножко танцев! Поехали! Подъем, подъем! Go! Трибуны! Не стесняемся, встаем, встаем! Вот уже целых полчаса, не могу отвести глаза, напротив ты и не нужны ни о тебе, ни о себе другие мнения. Не важно, кто тебя привел, я уведу тебя с собой одним движением. Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так?
нравишься, нравишься выше. Кручу, верчу, все понять хочу. Не понимаешься. Ну что, друзья, все, кому хорошо, поднимите руки в воздух. Да! Глаза в глаза, и я только за. Но почему ты мне так нравишься, нравишься? Кручу, верчу, все понять хочу. А ты отпадаешься, не понимаешься. А я вор. Lucky, lucky stranger. Lucky, lucky stranger. Lucky, lucky stranger. Спасибо, друзья! Вы невероятные! Аплодисменты сами себе! Вы крутые! Спасибо огромное! Сергей Лазарев! Спасибо! Спасибо! Спасибо вам! И его замечательный балет! Спасибо! Спасибо! Вау! Сережа, ты посмотри, с мест своих зрителей поставали. Ну, потому поставали, что... это успех, Сережа! Спасибо огромное! Браво! Спасибо! Что? Давай, давай, кто? А, конфеты мне? Это Лере, она любит. Это можно подожди, я? А тебе сколько лет? 7. 7? И нравится Сережа Лазарев? Молодец, все, хороший. Видишь, подрастающее поколение. 7 Понимаешь, лет. Понимаешь, как тебя зовут? Как тебя зовут, зайка? Мия. Как зовут? Мия. 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 Миечка, у тебя очень хороший музыкальный вкус, спасибо. Умничка. Вау! Сережа, так, Сережа, ты же понимаешь, оставь, подожди, оставь пока цветы, я тебя не отпускаю. А, да. Я тебя не отпускаю, у нас же есть диплом почетного зрителя. Так, Лера, а что надо делать? Расскажи, не знаю, что надо делать? Тебе надо сейчас салфетка, во-первых. Не, да. Потому... Не надо, у меня очень дорогое платье. Да ладно, шучу, нет, шучу. Потому что сейчас ты будешь обнимать и целовать почетного зрителя, а ты... Потно, это очень, это круто. Это, ну, как бы, придаст еще больше что-то. А, ну ладно, вкусненько. Сереж. Ты сейчас понюхала, пахнет ли от меня? Нет. Ну, я подпускать к тебе людей или нет? Ну, смотри, как все прижимались, значит, можно. Ну, послушай, никто не разбегался. Давай. Сереж, почетный... Диплом, почетный диплом. Значит, друзья, мне хочется... Так, и в этот раз... Молодец, Ваня. Вот, все понимаешь. Давай, вытирайся. А я пока расскажу. Поскольку песня года в этом году первый раз в Германии, и сегодня 10 февраля, Сереж, давай сделаем так. Давай сделаем, чтобы 10 февраля, это значит 10 место, второй ряд. Сектор Б. Меня, главное, спросила, какой... Блок Б. Мы у артистов обычно, когда мы с тобой ведем, мы спрашиваем. Нет, ты не тот артист, которого я буду что-то спрашивать. А ты меня даже не спросила. Дай я, во-первых, вытру вот эту помаду. Она с этой стороны. Нет уж, пусть остается. Нет, подожди, она как-то меня смущает с этой стороны. Так, Лерочка, какое ты место сама сказала? Давай. Ну, поскольку все-таки 10 февраля и песня года в Германии впервые, поэтому логично было бы 10 февраля, 10 место, второй ряд. Февраль – это второй месяц. Блок Б. Блок Б. Да. А почему Б? Не знаю. Предлагай другой. Ну хорошо, Б так Б. Как говорится, слово Леры Кудрявцевой сейчас в данный момент закон. Поехали, поехали. Кто у нас тут? Друзья, второе, десятое место, второй ряд. Ох, красавица, выходите. Десятое? Вот, вы мне улыбались всю, весь концерт. Аплодируем нашему почетному зрителю. Здравствуйте, вас как зовут? Инесса. Инесса, скажите, пожалуйста, вам нравится все, что здесь сегодня происходит? Вы особенно. Вот. А вы это обобщенно про нас двоих или только Дайте про Дайте я вас просто... поцелую. Вот, Сережа, так что у меня тоже есть свои поклонники, понимаешь? Инесса, скажите, вы в Германии живете, в Дюссельдорфе? Нет,
А где? В Варшаве. А как вы здесь оказались? Приехала к вам. Серьезно? На самом деле я хочу сказать, что... Да. Инесса, вы знаете, я правда, я сегодня в отеле встретила двух очаровательных девушек, которые приехали вообще из Парижа. Да, а я встретил сегодня людей из Испании. Вот, вот еще девочки, да, поэтому... Вся Европа здесь сегодня. Так, Инесса. А давайте так, поднимите руки, кто приехал, кто не из Дюссельдорфа. Подождите, а кто в Дюссельдорфе-то живет? А кто живет в Дюссельдорфе? Ха-ха-ха-ха-ха. Друзья! Так, подожди, стоп. Ничего себе! Хорошо, ну вы хотя бы из Германии, друзья. Кто не из Германии, поднимите руку. Ну, тоже достаточно. Поаплодируем гостям. Нет, ну, гостям. В основном, конечно, из Германии, но есть и... Не, ну, здорово, здорово. Да, Инесса. Интересно. На самом деле, получается, что мы... Подожди. Мы объединили друзей вообще со всей Европы. Конечно. Здесь. Песня года. Смотрят уже многие-многие годы. Я надеюсь, будут продолжать смотреть. Мы бессменные ведущие уже много-много лет. Как говорится, столько не живут, сколько мы ведем. Но действительно... Филипп! Цветы. Филипп Киркоров! Браво! Спасибо. Филипп Киркоров! Спасибо, спасибо! Браво! Потрясающе! Так, цветы! Цветы сейчас охрана заберет обязательно, заслуженные цветы. Ну, действительно, он у нас такой один. Давайте проводим еще раз аплодисментами Филиппа Киркорова. Он слышит эти громкие овации! Ну, как вам наш вечер сегодня, друзья? Нет, это еще не финал, не финал.